Ольга Литвинова, жена Константина Хабенского, разместила в личном блоге первые фото новорожденной дочки. 1 февраля 37-летняя актриса стала мамой во второй раз. Спустя неделю она опубликовала семейный снимок, растрогавший поклонников. Супруга российского актера показала фото, на котором запечатлена крохотная ручка малышки. Кстати, звездная пара до сих не объявила о том, как именно назвала дочку. Хабенский не любит афишировать подробности своей личной жизни. А вот его жена с недавних пор стала довольно активно вести страницу в соцсетях. Время от времени она делится с подписчиками подробностями не только рабочей, но и личной жизни. Изредка в сети появляются и портреты старшей дочки Ольги и Константина, Александры. Летом этого года ей исполнится уже 3 года. Девочка занимается балетом и, похоже, в будущем пойдет по стопам родителей и станет артисткой. Хотя сейчас об этом, конечно, слишком рано говорить. О второй беременности Литвиновой общественности стало известно в сентябре прошлого года. Актриса до последнего месяца работала. Единственное фото с животом в сети опубликовала подруга и коллега Ольги, актриса Кристина Бабушкина. Накануне родов Литвинова принимала участие в озвучке одного из проектов со своим участием. У Константина также есть сын Иван от брака с Анастасией Смирновой. Мальчик, по сведениям СМИ, живет со своей бабушкой в Испании.